Всем привет, а вы на канале Топ Армии. Если в части труба возле уха, то сда тебе, братуха. Смартфоны военнослужащих заклеймили на доске позора. По словам бывших военнослужащих, за демаскировку воинской части. Такая практика в армии не редкость. Появилось фото, сделанное в Еланской воинской части в Свердловской области. Там создали своеобразную доску позора с прибитыми гвоздями смартфонами военнослужащих. Под каждым телефоном написано имя и фамилия его владельца, а также причина, по которой техника оказалась на доске. Солдаты нарушили положение федерального закона о статусе военнослужащих, а также приказы министра обороны и командира части. Дело в том, что военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещено иметь при себе электронные изделия, в которых могут храниться фото, видео и аудиоматериалы, а также данные геолокации, которые можно пересылать в интернете. К слову, несмотря на то, что солдатам запрещено иметь при себе смартфоны, командиры части не имеют права их отбирать и портить. За причинение материального ущерба на сумму свыше 5000 рублей им может грозить наказание до 2 лет лишения свободы. После огласки этой истории пресс-служба Центрального военного округа пообещала провести проверку. А на этом все, вы были на канале Топ Арми. Обязательно поделитесь своим мнением, нужен ли воину офигительный смартфон или достаточно обычного тапика, чтобы вечером он звонил маме и говорил: «Мама, у меня все хорошо, кормят, обувают, в общем, жди, скоро буду дома». Я с вами прощаюсь, пока-пока.